плюсом. Да, Артем, не самый яркий второй период, несмотря на победу. Связано ли это с тем, что перекраивал знарок звенья в контексте того, что Плотников травму получил? Да, я думаю, ну, начали, может, немного неважно. Не знаю, повлияла перестановка звеньев или нет. Ну, потом собрались, все исправили, все нормально стало. Но сегодня ключевой фактор победы опять большинство. Ну, я думаю, да, переломный момент, конечно, это было. Два гола в большинстве, видите, очень нам помогли и как бы уверенно уже доигрывали матч. Артем, вы сегодня провели первый матч полноценный в первой паре. Как ощущения? Да, я думаю, у нас как такого нет, первой или второй какой-то пары. Постоянно идет как бы у нас ротация, ну, каждый с каждым играет, защитником. Ну, в принципе, я не думаю, что он чем-то от остальных матчей отличается. И как бы, ну, играл обычный матч, можно сказать. Артем, а нет желания посвятить сегодняшнюю победу ветерану Валентину Быстрову? Человек-символ для... Да, конечно, есть. Ну, я думаю, мы все посвящаем эту победу именно ему.